Рубрика Fashion Icon. Це шоу Denim TV з Нескафе 3 в 1. Дар'я Шиповалова, Аня Авдій. Ми починаємо. Ми починаємо. Да. Ми неодноразово з Авдієм думали організувати якийсь показ мод в нашій студії, але вирішили, що це точно не буде найоригінальнішим місцем. Так, на початку ми навіть робили якісь речі, хотіли, щоб наші зірки разом з нами це влаштували в студії. Все ж таки ми перейшли до того, до обговорення. Але в нас є задача знайти дуже цікаве місце для наших показів, все ж таки, MTV-шних у Києві. І для цього ми будемо згадувати найнезвичайніші місця у світі. Да. Для показів. Но начнем с того, что это уже традиция показывать коллекции время от времени в неожиданных местах. То есть обычно, где проходят показы, это либо здание музеев, школ, где учатся студенты. Для чего это роблять? Чтобы передать дух коллекции, для того, чтобы привернуть увагу медиа, спільноту. Ну, для чего? То есть ты имеешь в виду вот как раз в нестандартных местах, да? Ну, конечно, это всегда привлекает внимание. Об этом всегда можно рассказать, написать. Это еще один повод подумать, почему дизайнер вот именно здесь решил показывать свою коллекцию. Еще коллекция в тебе не дуже вдала, проведи ее десь. Ну, хоча, про это обязательно гаяна, напишут. Обязательно напишут, что хоть место хорошее, коллекция не соответствовала месту. Ага. Бывает же еще такое, что действительно вот хотят дух показать, вот как-то передать коллекции. Часто показывают, ну как, я просто была часто на показах в церквях, в старых монастырях. И вот это как раз предпочитают авангардные дизайнеры какие-нибудь делать, да. В Париже вот есть церковь, где постоянно проходят показы. Каждую неделю моды там всегда идут показы. В Лондоне Вивьен Вествуд тоже несколько раз я была в соборе. И за это отримают... Нет, ты знаешь, я думаю, это все-таки не действующее. Я уверена в этом. Ну, потому что иначе вряд ли бы разрешили. А взагалі, коли це почалось? Ну, от коли почали... Все було нормально? Нормально. Показували, показували. Потім вирішили в нестандартних місцях. Чи це було і спочатку? Це завжди було. Просто не виходило на якісь... Ні, ну не то, що... Ну, от П'єр Карден в пустині, це був один із перших таких шумних показів в якомусь другому місці. Це було дуже красиво. Он всегда как раз славился тем, чтобы показывать коллекции в каких-то нестандартных местах. Вот он, кстати, начал это первым. Вот из таких больших дизайнеров. Да, цей показ, я запам'ятаю, ці фото, які я бачила, ну дійсно увійшов в історію. Окрім того, один з також дуже-дуже відомих показів, Лагерфельд, коли робив для Фенді показ вздовж Великої Китайської стіни, це був найдовший, так здається, подіум. 88 моделей дефілювали вздовж Китайської стіни. Ну, прямо на ній. Але теж на весь світ, насправді. Настільки також красиво. Когда показ проходит в таком нестандартном месте, это будет обсуждать не только на фэшн-каналах, и не только мы с вами в рубрике Fashion Icon, но об этом расскажут BBC, CNN. Последний показ в таком нестандартном месте, где мне довелось побывать, это было шоу McQueen, последнее, которое было, в тюрьме. Точнее, вот прямо этажом выше сделали приговор Марии Антуанетте, и на площади рядом ее казнили. Да, в Париже. И я... Мне посчастливилось пообщаться с куратором этого места, которая рассказала, что на самом деле Александр Маккуин перед своей смертью он хотел сделать свое ну, как бы свое шоу вот именно в том месте. И он написал ей большое письмо, что я хочу сделать у вас этот показ. И она говорит, видимо, ему было важно, потому что коллекция должна была как-то перекликаться с Марией Антуанеттой. Но он умер, и он не сделал этот показ. Потом было несколько шоу после этого, и, видимо, Дом моды решил, что если он хотел сделать там шоу, они должны уже это сделать. Тем более, когда-то у него был там показ с волками, там постояли в клетках живые волки, и эта коллекция была посвящена его какой-то там десятой прабабушке, которая была ведьмой, которую казнили. То есть у него же всегда были такие сложные истории. Да, и вот это как раз в тюрьме было очень интересно. И мы тогда, было очень смешно, потому что я всем задавала вопросы, как вы себя чувствуете в тюрьме? И практически никто не знал, что они находятся в бывшей тюрьме. Есть дома моды, которые каждый раз делают в одном и том же месте показ. Вот Givenchy, например, показывают на стадионе в школе. Такой большой-большой стадион. Да, да, да. Селин, всем известная марка, они показывают в теннисной школе. Я думаю, всі чули про показ у супермаркеті, коли люди, відвідувачі, там, купуючи моркву, м'ясо, люди не знали, що на них очікує, просто через скляні двері почали входити моделі і ходити між рядами. Мне кажется, это
уже перебор. То есть такого, ну как, тут вопрос, фешн это или не фешн? Давайте так підсумуємо. Є шанси, що в Україні дизайнери почнуть продумувати і назбирають гроші на справді круті колекції і круті місця для показів? Я уверена в этом. Главное просто придумать хорошую идею и правильно, чтобы эта идея коррелировала с месседжем коллекции. И вот если это произойдет, то, в принципе, можно и на улице сделать показ. Ну как, все уже стараются это делать, и там на Софиевской площади был показ. Стараются, но выходит, как завжди. Нет, иногда, кстати, получается все хорошо. Поэтому я просто думаю, будем ратовать за то, чтобы таких показов было больше, и мы тоже оказывались в неожиданных для нас самих местах. Нагадую, что это рубрика Fashion Icon, день MTV с кафе 3 в одном.